Покажу вам заказ на 78 баллов. Это уже такой предновогодний заказ. А почему? Потому что я сейчас покажу, какое количество мыла у меня в заказе. Это все уже на новогодние подарки. Ну а начнем с влажных салфеток. Они у нас по акции сейчас в каталоге номер 16 по 69 рублей. И нужно брать две штуки. Желтый ценник. Работает акция парно. То есть четное количество берешь и получаешь такую цену. Взяла две себе, две мне заказали. Следующее, что здесь в заказе у меня, это колготки. Взяла себе колготки меланж серый, я их ношу, мне очень нравится. И просто серые колготки у меня забрала дочь, а мне тоже иногда нужно. По 299 рублей у нас еще есть в каталоге фиолетовый, по-моему, оттенок. Ну а за каталогом и другие цвета есть, но нужно смотреть на вашем складе, какие конкретно есть оттенки. И есть новые колготки 80 ден, это заказала моя подруга. И, казалось бы, они пришли на замену вот этим 60 ден, но немножко отличаются и по качеству, и по цвету. Цвета все более темные, и сейчас при таком искусственном освещении вам вообще непонятно, где какой оттенок. Но я вам поближе покажу обязательно, у меня уже есть несколько цветов для сравнения с предыдущими, и я вам покажу обязательно это в отдельном обзоре при нормальном освещении. Ну а вот это мыло в виде мышки, извините, камера у меня сейчас повернулась. Мыло в виде мышки очень классное, здесь корпоративный подарок, заказ я хотела сказать. 32 штуки, это все будет вложено в новогодние подарки. И покажу вам свой демонстрационный образец, как выглядит это мыло. Оно очень милое, приятное, мышка, такая какая-то стесняющаяся мышка. И на оборотной стороне у нас надпись Faberlic. 60, по-моему, граммов это мыло. И знаете, чем пахнет? Пахнет жвачкой бубльгум. Такое из детства. Ну, очень классное мыло и очень красивая упаковка новогодняя. Мне прям приятно его отдавать. Вложили мне каталог Флоранж за 1 копейку. Тем, кто получил каталог за 10 рублей, нельзя было от него отказаться. И вкладывался он в заказ автоматически. Эти деньги вернут вам на счет Faberlic, и вы сможете их применить в оплату следующего заказа. Да, вот такая ситуация была, и, возможно, не все знают, что деньги будут возвращены, так что не обижайтесь на компанию, она все сделает как нужно. Я еще даже не листала, я листала в электронном виде, но в бумажном, конечно, все более наглядно. Пока еще не смотрела, ничего не могу сказать про него. Подарочный набор для рук, вот я их заказывала 3 штуки, и настолько была набита коробка заказом, что 2 набора помялись и, соответственно, потеряли свой товарный вид, и невозможно было такие дарить, поэтому я их сразу ставила на пункте выдачи, а вот этот пойдет туда же к мылу, буду перезаказывать. Порошки, порошочки я заказала себе, вы не представляете, открыла шкафчик, чтобы постирать белье, достать порошок, а порошка-то и нет. У меня оказалось только для цветного белья 1/2 мерной ложки, и мне пришлось вскрывать пробники для того, чтобы постирать белье. Вот так у меня получилось вообще впервые, чтобы я осталась без порошка, у меня всегда его огромные запасы, а тут и себе не хватило. Вот заказала по купонам с 50% скидкой, там совершенно небольшая разница по цене, рублей 20 получается. Но купоны надо было куда-то тратить, и я потратила их в этот раз на себя. Прямой эфир будет по порошкам, он будет обязательно сохранен, по крайней мере постараюсь. Посмотрите, там буду рассказывать, хотя я уже несколько видео снимала, и снимала эксперимент с разведением этого порошка в стаканчиках с зеленкой по сравнению с обычными порошками, причем не просто с обычным, а с детским порошком. Это очень старенькое видео, там я еще совсем молодая, неопытная, кому интересно, посмотреть. Из средств для дома, ну, неизменные, конечно же, товары. Вот это вот у меня купила себе, забрали, повторяю. Это заказ, девочка заказала, посмотрела мои видео. Я в Инстаграме сейчас стала выкладывать тесты каких-то средств из Дом Faberlic, и поэтому можете подписаться, посмотреть. Они там у меня в IGTV, и, ну, получается, всегда в доступе.
Два совершенно разных человека, незнакомых друг с другом, заказали одну и ту же серию. Ботаника, шампунь и бальзам. Я уже задумываюсь, наверное, надо и мне попробовать, потому что это уже не первый раз этот заказ. И заказывают, аромат очень приятный. Очень нравится, несмотря на то, что линейка бюджетная. Но, видите, разные люди заказали одно и то же, и причем уже не по первому разу. Наверное, это все хорошего качества и работает. Из этой же линейки заказали репейное масло. У меня оно, кстати, есть, но я до сих пор его не попробовала. Но я вижу, что оно должно хорошо работать. Красный перец, репейник. Надо обязательно попробовать. Когда только, девчонки, вы меня уже подпинываете. Вот показываю пасты. Видите, как они тоже помялись, но здесь это не имеет значения, потому что эту пасту я заказала для себя, а вот эту заказала подруга, тоже нужно заказывать в паре. Вот, пожалуйста, еще косяки вот этой неправильной укладки, утрамбовывание товаров в коробке. Ну, я это, конечно, сейчас выброшу и буду использовать. Сейчас у тех, кто меня смотрит постоянно, возникнет вопрос, зачем ты купила пасту Faberlic, если тебе не нравится? Объясняю. Вот такая же паста отбеливающая есть у нас 200%. Вот это единственная паста, которая мне очень нравится. А вот эту я когда-то давно покупала, но забыла уже. Хорошо мне было от нее, не очень, может быть, даже не очень, раз я ее не повторяла. Но паста заканчивается. Вот в данный момент мне нечем будет чистить зубы буквально через несколько дней, и надо было что-то купить. И я решила купить тоже отбеливающую, ну, конечно, не концентрированную. Концентрированная у нас по акции не идет в этом каталоге, к сожалению. И невозможно, кстати, и заказать 200%, потому что ее нет в печатном каталоге, и значит, на нее не распространяется купон 50%, не смогу использовать. А вот эти две пасты, кстати, вот эту плюс 200%, ее постоянно заказывают. Я у нее не люблю только лишь то, что она, как сказать, знаете, напоминает по вкусу зубной порошок, который был в детстве. Он вроде и мятный, но вот прям отбрасывает в какие-то, ну как сказать, неблагополучные времена, когда больше нечем было чистить зубы, и я не хочу уже вот этих ощущений, и поэтому я ее не беру. Так, следующее, что у меня здесь есть, заказали палетку. Ну, это тоже заметили, да, может быть, предпоследнем, наверное, заказе. Таких палеток было две, и она пользуется популярностью. За такую цену, сколько она стоит, это очень классная палетка. Сейчас у нас выходит новая, и она стоит, ну, просто получается в 4 раза дороже. А продукта в ней, так, здесь 9 граммов, там не помню, по-моему, 17, но там еще два дополнительных продукта, и, ну, несопоставимая цена, а качество вот здесь очень классное. Дальше, тоже, посмотрите, повторная покупка, корректор для того, чтобы корректировать темные круги под глазами, синяки и вены. Ну вот я, кстати, такой даже не пробовала, моя подруга покупает, и на основе ее рекомендаций я посоветовала еще одной девочке. Вот будем ждать теперь отзыва от нее. По купону взяла пудру, взяла для дочери. Ей единственная она подходит больше всего. 6112 это оттенок. И матирующая пудра для лица «Путь к совершенству» ее название. Изготовлена в октябре 2019 года. Свежайшая. И вот ей все это отдам. Ей подходит и оттенок, и маскирующая способности этой пудры. Она просто говорит, мама, она замазывает, запудривает все, что угодно. Вот это ее отзыв. Я, кстати, такую пудру люблю в оттенке среднем 61-15. И давно не покупала, правда, потому что сейчас пользуюсь другой пудрой, и выходит новая. Поэтому я пока к ней возвращаться не буду. Лак для волос. Один мой, один не мой. Тут поняла, что лак для волос периодически бывает нужен, а его нет. И пришлось заказать. 169 рублей, по-моему, он сейчас у нас. Но это такая стандартная цена. И лак хвалят. Поэтому я, кстати, пользовалась нашим лаком. Но я в них не разбираюсь. Мне волосы немножко зафиксировались, и то хорошо. Два блеска.
Один называется, по-моему, пралине, другой там еще как-то. И вот это, кстати, я узнала, это тот блеск, который есть у меня. Это получается так, артикул 41034. Вот у меня такой же блеск есть, он с перламутром. Ухаживает хорошо, но, конечно, зеркального блеска тут и им и не пахло. И 41030, по-моему, вот этот оттенок называется пралине. Такой более спокойный, красивый, хотя и этот вы не дождетесь никакой яркости на губах, он просто будет давать блеск и ухаживать за губками. Мне нравится. И упаковка классная, она хорошо смотрится, и вот это ничего не облазит со временем. Это прям для меня огромный плюс, не стыдно доставать при людях из косметички. Жидкая перчатка, наравне с... Ой, я забыла, как называется, с таким же кремом в белом футлярчике. Пользуются спросом эти кремы. Они реально очень высокого качества и прекрасно ухаживают за ручками нашими. Спрей Axiology сейчас идет по акции каталога и стоит, по-моему, 99 рублей, но при покупке дневного крема из линейки же Axiology. И у меня есть в этом заказе и дневной, и ночной крем, крем для век из этой линейки. Это вот все, получается, сработала акция, и можно было взять спрей. Вот поклонники этого шампуня, коим и я являюсь, покупают его даже по полной цене. И какой бы шампунь я ни использовала, вместо него сейчас у меня нет такого. Я все жду, когда он будет за 99 рублей, но уже я не знаю, какое количество каталогов подряд. Он стоит 179. И я уже, наверное, в следующем каталоге уже не буду ждать. Я просто куплю и все. Потому что это единственный шампунь, который держит волосы чистыми ровно 2 дня. Любой другой шампунь, какой бы я сейчас ни использовала, на утро встаешь, и голова уже не свежая, и берешь в руки сухой шампунь. То есть, по сути, достаточно купить только этот шампунь, чтобы не использовать сухой, потому что я, получается, плачу за какой-то шампунь, там, допустим, там 89 рублей, потом беру сухой шампунь за 199 рублей, и это мне выходит дороже, чем просто один шампунь. Конечно, сухой шампунь он нужен для каких-то ситуаций. Я, кстати, после вот этого шампуня могу сухим на третий день попользоваться и 3 дня ходить с чистой головой. То есть даже такие результаты у меня были. И причем из всей линейки для меня именно розовый работает лучше всего. Я просто, вот просто обожаю этот шампунь, и я уже готова, да, тоже купить его по полной цене. У меня цена закупа 133 рубля. Я как-нибудь, конечно, переживу такую цену. Вместо 74 133 практически в 2 раза дороже, но вот сам эффект, при том, что я ненавижу мыть волосы, ненавижу я укладывать потом, вот это меня избавляет на срок в 2 раза больше, и я, конечно, куплю. Крем для рук и дезодорант-антиперспирант Fleur de Provence с оливой. Это такой зеленый аромат. У меня есть крем для тела. Очень мне нравится. Ну, заказ не мой, я просто посоветовала и взяли по моему совету. Купила кисти. Они сейчас у нас тоже по акции. Нужно купить 2. И желтый ценник сработает. Посмотрите, на кисти для пудры уже новый шрифт Faberlic, а на кисти для румян еще предыдущий. Ну, конечно, отличается. И, конечно, новый круче. Взяла кисти для мамы, столкнулась с тем, что к ней приезжаю, у нее какие-то все старые кисти, и невозможно пользоваться, чтобы с собой не возить. Я ей подарю просто и буду спокойно приезжать, пользоваться постоянно у нее. Взяла маски. Эти маски сейчас у меня пойдут по марафону. Я буду их делать вместе с вами. И запустила марафон, кто не знает, в Инстаграме, и здесь разместила видео о том, что мы готовимся к Новому году и делаем масочки очищающие, питательные, восстанавливающие, увлажняющие. Посмотрите и присоединяйтесь. Можно на любом этапе присоединиться и поухаживать за собой. Суть в том, что мы пропускаем маски, там, ссылаясь на то, что мы не можем 15 минут в день себе выделить на себя любимую. Забываем об этом, а я каждую неделю по вторникам, четвергам, воскресеньям буду в Инстаграме напоминать,
сделать маску. И, может быть, это вас как-то сподвигнет на то, чтобы вы делали процедуры по уходу за своим личиком регулярно. Повторно заказала сыворотку для роста бровей. Я увидела реально от нее результат. И писали в комментариях, что она приходит пустая. И вы знаете, она у меня тоже очень быстро закончилась, как не должна была закончиться. Я убрала из нее ограничитель, а там реально пустая бутылка уже была. То есть, ну прям совсем нигде не осталось ничего. Посмотрим, как будет это. Если она будет такая же полупустая, я буду писать в обратную связь. Я и так тут последние дни просто ее задолбала. У меня было очень много каких-то вопросов к ним. У меня по нескольку открытых обращений висело. Я не знаю, как они меня еще выносят. Так, помада Овация. 40, оттенок 43032. Это лиловый оттенок. Очень популярный тоже после... Второй по популярности после 43030. Но его уже не было на складе. Взяли лиловый. А вот это 40043, это лак для губ, я заказала себе тоже по купону. Он у меня вдруг начал заканчиваться. А я на себя смотрю вот в образе мой розовый пуховик, белая кофта и вот этот лак для губ. Ну просто все вместе очень красиво смотрится. При искусственном освещении сейчас, конечно, вам не сильно будет видно. Ну лаком для губ я это не могу назвать, это просто такая жидкая помада, очень красивая. Ухаживает за губками. Я повторила, мой прям заканчивается, все, я уже вытащила оттуда ограничитель, последние капли допользую, и вот новенький пришел, буду пользоваться им. То есть это повторная моя личная покупка. Три помады из серии «Бархатный сезон», это полуматовая помада, один оттенок 057 я заказала маме, поэтому мы сейчас его откроем и посмотрим. Я могу ему показать. Маме покупала уже специально этот оттенок и посмотрела, он у нее заканчивается. Говорю, давай закажем. Это вот такой сливочный коричневый оттенок. Классный, маме нравится. Ну и взяли, потому что в закупе получается рублей 125. Так, ну а это я уже не смогу вскрыть. 40064 и 40054. Два оттенка заказала покупательница моя, поэтому... Уж простите, мы не будем их вскрывать. Ну и на закусочку линейка Айсиул. Здесь полностью комплекс. Я рекомендую, конечно, комплексом все это покупать. Для того, чтобы не выбиваться из составов, которые здесь у нас с использованием корейских ингредиентов. Первое, это вообще система очищения. Первое, это гидрофильное масло, вот оно здесь посерединке, пенка для умывания и витаминный тоник. Я уже сняла обзор, обязательно он появится на канале, следите. И дала свой отзыв, и я безумно довольна этой линейкой. Уже получается, после того, как я начала использовать, прошло, не знаю, пусть 2 недели, уже 2 таких комплекса у меня купили по моей рекомендации. Ну и по купону взяла не себе, кушен, да, я очень много споров, кушен или кушен, и даже ссылки кидают, и на одном сайте пишут так, на другом так, и каждый считает, что этот именно сайт экспертный, нет, тот экспертный. Девчонки, спорить не будем, если это от английского, то это кушен, и я даже, знаете, в чатах видела, кто-то пишет кушен, вот через о, а одна девочка написала просто шин, без какой-либо гласной, и все, это сняло вообще все вопросы. Кушен, все, потому что второй гласной нет, ударения больше ставить некуда. Соответственно, это, ну, по-английски, да, это будет на первый слог, и действительно там гласной не будет, это все будет сокращено. Кушен тогда будем так его называть. Я думаю, это из-за того, что внутри здесь подушечка, пропитанная тональным кремом. Мы вчера открывали, это не мой заказ, но мы вчера уже все проверили, я не стала отдавать, сказала, извините, я пока не сделаю обзор, я ничего тебе не отдам. Ну и не отдала, и вот так вот здесь выглядит, просто, знаете, как подушечка для печатей с чернилами. Очень приятная. Аромат приятный мы уже вчера оценили, но я вчера не трогала своими руками.
Не знаю, то ли заказать тоже, проэкспериментировать, но интересный, конечно, продукт. И все тут так вот закрывается. Красивая пуховочка. Очень нежная, очень мягкая. Ну и сам продукт выглядит очень красиво для сумочки. Не знаю, мне кажется, великоват своим объемом вот этим. Ну и тяжеловат, между прочим. Так, ну вот и все. Все, что я хотела вам показала. Это, конечно, нужно тестировать на дневном свете. Ну и так видно это пятнышко. Оно посветлело на руке по сравнению с остальной частью. Аромат очень приятный. Очень, просто очень приятный. У нас как-то у тональных кремов всегда примерно одинаковый аромат. Местами удушающий, встающий в горле. А вот у этого нормальный аромат средства. Ну и вот еще раз полюбуемся лаком для губ. На этом, девчонки, все. Весь заказ я вам показала. Теперь ждите обзоры на ISUL. Подготовлю обзор на колготки. Ну и подключайтесь к марафону с масками. Спасибо большое за просмотр. Если вы смотрите это видео в каталоге номер 17, то знаете, что там в период действия этого каталога работает акция каждому новичку при прохождении первого шага, при регистрации и прохождении первого шага. Я буду дарить денежный бонус. Я уже такие акции проводила. 250 рублей я начислю каждому по итогам 17 периода. То есть, если вы зарегистрировались, сделали заказ на сумму от 1999 рублей, для того, чтобы получить подарок по первому шагу, там палета для скульптурирования, вот как раз самая дорогая из новинок, то и оплатите заказ, то, соответственно, получите от меня в начале 18-го каталога 250 рублей. Ну а если вы зарегистрировались и оплатили заказ в каталоге номер 16, то вас ждет в подарок аромат от Валентины Юдашкиной. Не забудьте добавить в заказ пробники. На этом все. Большое спасибо за просмотр. С вами была за кадром Марина Соловьева. Увидимся. Всем пока.